Старинная страшная история про верлиоку. В лесу все шумит, трещит. Идет верлиока на деревянном сапоге с одним костылем. На одном плече ворон сидит, на другом короб висит. Идет, встретил он детей. Ворона кричит: «Дети, дети! Кар, кар! Дети, дети! Уходите отсюда, верлиока идет, берегитесь!» Верлиока спрашивает: «Что вы тут делаете?» Они отвечают: «Грибы собираем». «Я хозяин леса, не дам грибы собирать». Кинул их в короб и пошел дальше. Встретил верлиока охотников. Ворон кричит: «Охотники, кар, кар, берегитесь, верлиока идет». Он у них спрашивает: «Охотники, что вы делаете?» «Зайца убиваем. Я в лесу хозяин, не дам зайца убивать». Затолкал их в короб и пошел дальше. Стоят пастухи, и идет верлиока, ворона кричит: «Пастухи, кар, кар, берегитесь, верлиока идет». А верлиока спрашивает: «Пастухи, что делаете?» «Коров пасем». «Я в лесу хозяин, не дам пасти коров в моем лесу». Засунул их в короб, принес свою избушку, поставил котелок на огонь. Поставил котелок на огонь и приказывает котелку кипятить воду, огню гореть. Огонь говорит: «Не буду гореть». Вода говорит: «Не буду кипятиться». А котел говорит: не буду варить». И этот стал верлёк от злости тушить ногой огонь. Сапог деревянный загорелся. Прыгнул он в котел с водой, крышка закрылась, и он свалился. Конец истории.